জং ব্রহ্ম বরুণেন্দু রুদমরুত শুনবন্তি দিব্যৈস্তবৈ বেদৈ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ গায়ন্তি যম সামগা ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা পশ্যন্তি যম যোগিনা যস্যম তন্ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ। শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট কন্ট্রোল, শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল, গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что если вы хотите контролировать этот материальный мир, это подобно оковам для вас. И каждый хочет доминировать над другим. Это обычная такая история. Это обычно то, что происходит в этом материальном мире. Один хочет доминировать над другим. Но мы, гаудии, мы хотим находиться под руководством гуру и вайшнавов. Мы хотим находиться под руководством той божественной природы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, почему вы пытаетесь контролировать других? Поскольку это моя обязанность, я действую как ачарья. Это моя обязанность. Зачем вы испытываете трудности в попытках контролировать других? Не делайте этого. Это мое последнее наставление вам. Не пытайтесь находить ошибки в других. Шрила Прабхупад говорит, это мое последнее наставление вам. Не пытайтесь находить ошибки в других. Пытайтесь находить ошибки, недостатки в вас самих и удалять их. Если у вас есть возможность обрести настоящую садусангу, то тогда, несомненно, вы разовьете это качество, иначе нет. Вы сможете обнаружить все ваши плохие качества, недостатки, и пытайтесь избавиться от всех недостатков, которые есть у вас. И вот Шримад Бхагаватам Махапурана, Шрила Шукадев Госвами говорит, что Шримад Бхагаватам — это сам Кришна, оно не отлично от Кришны. Но вы можете найти так много проблем, случается в Бхагаватам, то есть все, и мы сконфужены, мы не знаем, что делать. И снова я говорю вам, что до тех пор, пока вы не утвердитесь в адвайгьян-татве, вы не можете быть в этом материальном мире без влияния майя. Майя, она будет влиять на вас до тех пор, пока вы не утвердились в адвайгьян-татве. Вы не можете быть без влияния майя в этом мире, поскольку прямо или косвенно все делается Верховным Господом. И вы должны чувствовать это сердце. Ачинтя Веда Пьеда Таттва — это наивысшее. Если у вас есть ясное представление о Ачинтя Веда Пьеда Таттве, то тогда вы можете стать успешным, иначе нет. Это для людей это достаточно тяжело понять Ачинтя Веда Пьеда Таттва. Без милости чистых гуру вайшнавов. Вы не можете достичь этого состояния никогда. С собственными усилиями это практически невозможно.
В Бхагаватам Махапуране так много описывается, так много проблем, которые встречаются, но это не проблема, это все Кришна. Почему Вьясадев сделал то, тот сделал это? Так много всяких проблем встречается. Но если вы будете чувствовать, что все сделано Кришной, то тогда в этом нет проблемы. Майя-деви, она настолько сильна, что у вас нет пути. Что делать? Майя-деви, она очень сильна. Totally, you see, you will have to look everything. Вы должны смотреть на все в связи с Кришной. Anything and everything. Все, что бы вы не видели, вы должны видеть это в связи с Кришной. Watch, feel. То, что вы чувствуете, видите. Все вы должны осознавать это в связи с Кришной. Otherwise, big problem. Yesterday I was discussing. Вчера я говорил. That how что как Aniruddha son of Aniruddha сын Прадюмна. First marriage I told you in Bajakato one place. Я рассказывал, как он женился на Деви, opening one new kingdom there, and he wanted to give a daughter away in marriage with Aniruddha, very nice looking, very nice. И вот эта сестра Рукми, в общем, его, это Анирудху за его родственницу хотели выдать замуж. They are actually coward boy, they don't know how to play, in one kind of play, ties, they don't know. But Balaji Maharaj every time come out successful, they are joking. No, you are not, you are failure. Но в итоге спора с этими демонами Баладев он всегда побеждал, но они не признавали его победу. И вот даже голос небес раздался, что Баладев он победил. И вот когда они уже перешли все границы всех издевательств, он Баладев разгневался и убил их. Dead. Rookie dead, actually. This way, you see, first marriage. And second marriage, вот, это первый раз он женился Анирудху, а второй сын Бали Махараджа был Вирочан, его сын Бали Махарадж. То есть Прохлад приходится дедом Бали Махараджа. Почему вы почему говорим, что Бали Махарадж он Махаджан, поскольку Бали Махарадж он все учение принял от Прохлад Махараджа, а не от своего отца. And Bali Maharaj's son is Bali Maharaj. Bali Maharaj's son is Banasur. Он Ванасур. And actually, I already told you when Bali Maharaj was. Я уже сказал вам, когда Бали Махарадж находился в обусловленном состоянии. By Bamandev Maharaj. That's why Prahlad Maharaj also reached there. Когда very nice condition. Забрал у нее все богатство, то мы можем видеть, Бали Махарадж, насколько он терпелив, насколько он, и он получил такое учение, что он не, что он не оставит Верховного Господа ни в каком, ни при каких обстоятельствах. У него было, он попал в такую плохую ситуацию, без какой-либо причины, но он не возмущался, не жаловался. Он только молился о том, чтобы получить милость Вамана-дева Вишну. И поэтому Бали Махарадж получил всю милость Прохлад Махараджа. И в то время
Everybody expressing some, you know, anxiety. Беспокоились. Бама Шанка, он ничего плохого не сделал, почему вы, ты его так наказал? И Бхагаван говоришь, и Бхагаван, улыбнувшись, сказал, когда я наказываю кого-то, когда я забираю все от него, то будьте уверены, в то время я хочу даровать ему свою милость. И в то время Брахма говорит, Вамана Фоми Твикама, говорит Браме, то есть если я хочу благословить кого-то, то те вещи, из-за которых человек гордится, например, вот Дигвиджай Пандит, он был очень образован, очень был горд своей ученостью, и Чайтанья Махапрабху, он забрал во все его, как сказать, знания. И Тривикрам, Бхагаван Вишну говорит о Брама, если я хочу благословить кого-то, я смотрю, если что-то, из-за чего он гордится, и я забираю это. И также в Пуранах мы находим, что Индра Махарадж был проклят. Он принял рождение как свинья здесь, в этом материальном мире. И вот после того, как это все кончилось, тогда Брахма пришел и говорит: «О, Индра, иди на небеса, твое время твоего наказания кончилось, иди на небеса, какие небеса? Это прекрасное место. И Индра спросил, а если там испражнения, чем еще буду питаться? И Брахма сказал, нет, это не какое испражнение, это же рай. И Брахма тогда видит, что ему нравится жить в теле свиньи, питаться испражнениями с этой свиной семьей. И Брахма что-то начал делать. Брахма взял и начал убивать каждого этого ребенка, этих свиньи, поросят. Но все же Брахма смотрит, он все равно привязан к жене, он так убил жену. Этот Индра начал, он опечалился очень сильно, и у него развилась какая-то непривязанность, и тогда Брахма, он благословил его, и Индра, он уже был готов отправиться на небеса, и это такой же ситуация в этом материальном мире. И вот мы видим, второй раз он женился, и уже Верховный Господь сказал, пообещал, что в твоей династии я никого не убью, несмотря на то, что они могут заниматься непристойными вещами, я могу наказать, но не буду никого убивать, это мой обет. Поэтому мы находим здесь, что Анирудха, как бы ни при чем тут, это все по милости Господа произошло. И почему тогда Уша? Уша – это имя дочери Ванасура, Уша ее звали. И вот друг Уши, Читралека, подружка Уши, Читралека, однажды Уша наплакала утром, а Читралека пришла и спрашивает, почему ты дружишь, а почему ты плачешь, и ко мне во сне пришел прекрасный человек, я влюбилась и не могу жить без него, а кто он, где находится, я не могу сказать, но я не могу жить без него, но хотя бы. Ты опиши его, чтобы я могла найти по описанию. Она сказала, я не могу говорить. И тогда Читра, она начала рисовать всех прекрасных людей, которые
жили в этом мире. Кришна Прадьюмна Нил и прочих, они были самые прекрасные, и она начала их рисовать среди гандхарвов, полубогов, Индры и прочего. И она все говорила, что нет и нет. И когда она нарисовала Кришну, тоже не, нет, как Кришна, но не Кришна. И после этого Прадьюмну нарисовала, нет, не он. И когда она нарисовала Анирудху, да, вот он. Then he took information while staying this there. И тогда она узнала. Aniruddha, Aniruddha, sorry. Aniruddha. Then he took information. Then going to Dwaraka. И вот он узнал, что где отправилась Дварку и Анирудху вместе с перенесла в комнату Уши. Это Кришна организовал это все. Вы не должны ничего думать про это. И потом Ванасур узнал через какого-то министра, и они пошли в эту внутреннюю комнату, там никого не было посторонних. Ванасу не верил, что там кто-то кроме нее есть, но когда он зашел, он увидел прекрасного молодого человека там, как это возможно. И он, они начали сражаться, и после этого... Его закрыли в какой-то тюрьме, но кто может это делать? То есть никто, только по воле Кришны это может произойти. И потом Кришна пришел туда, и когда Кришна совершает какую-то лилу, через одну лилу Кришна, он много вещей одновременно делает. Когда Кришна совершает какую-то лилу, даже единственную лилу, но через эту лилу Кришна делает очень много вещей. И вот Ванасур, он был учеником Махадева, и у Махадева такое, как сказать, обязанность была его сопровождать и быть на его стороне, что делать. И в итоге Ванасур был побежден, все его руки обрублены. Кришна Сударшан Чакра, он обрубил все его руки, осталось только две руки. So that he cannot express any kind of vanity. И чтобы он не гордился. И потом Шанкар Бхагаван взмолился Господу, не убивая его. Он мой ученик. И Господь сказал, я уже пообещал, что в династии Прохлад Махараджа я никого не убью. Только могу как-то наказать его слишком за его гордость. И вот чтобы избавить его от ложного эго, от ложной гордости, я вынужден был его наказать. И таким образом, вы уже слышали, что после этого случилось, как Кришна, он... Руквини, so nice, joking. Он шутил с Рукмини. I don't like to discuss again, but now I am coming to this point. You should not misunderstand this point. Now we go going to discuss. И вот сейчас мы будем говорить о расе Баладева Махараджа. Есть много противоречий среди преданных и непреданных и полупреданных. Среди этой темы, почему Баладев Махарадж совершает расу, в чем дело? Мы знаем, только Кришна может расу совершать, а как это возможно для Баладева, который олицетворение Гуру Таттвы? Да, Баладев Махарадж – это первое проявление Кришны. Но все же Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами так Прабхупад дает такое свидетельство, что хотя Баладев он первое проявление Кришны, я имею в виду,
Верховного Господа, но все же он не отличен от Верховного Господа Кришны. Он отличен и в то же самое время не отличен. И вот Баладев имеет право носить этот павлиний перо, Нараян, Вараха, Нарисимха, Рама, они не имеют права носить перо павлина. А почему Кришна Бхагаван так много почета выражает этому перу павлина? Почему? Поскольку эти павлины, у них нет такого прямого вожделения. То есть они как они то есть они даже когда они, как сказать, совокупляются, то этот самец павлин, он выплевывает семя, а потом павлиниха она глотает это семя, и так у них дети рождаются, то есть без прямого контакта. И поэтому Кришна, он дает такое полное уважение, как сказать, уважение этому павлину. Павлин – это такая в Индии такая международная птица. То есть это единственная птица, у которой нет таких прямых отношений с павлинихами. Баладев и Кришна, они практически не отличны. Я уже сказал вам, что он первое проявление Кришны, но все же он не отличен практически от Кришны. И также другие аватары, мы видим, они приходят от Баладева, а не от Кришны. Все исходит из Кришны. Видите, из Кришны первая экспансия Баларам, потом исходит, потом Двараки, Прадьюмна, Нирудха, Васудев, Санкаршан, Четырвюха, потом вторая экспансия, и из этого потом Пурушаватара, три Пурушаватара. Карнанавасай, Гарбхудакасай и Кширдакасай. Карнанавасай, он причина всех аватаров во всех брахмандах. И все бесконечные брахманды, они исходят из кого? Из Махавишну. Махавишну. Карнанавасай. Карнанавасай Махавишна, и оттуда Гарбхудакасай, и с каждой браманды мы получаем все других аватаров. То есть изначально они из Кришны, потом из Баларама, потом из Махавишну, и оттуда мы видим Гарбхудакасай Вишну и из Гарбхудакасай Вишну Брахма. И в каждой Брахманде, в каждую Брахманду входит Гарбхудакасай Вишну. И из каждого вот пупка растет лотос, из этого лотоса рождается свой брахма в каждой брахманде. И из этого Гарбхудакасай Вишну, Кширадакасай Вишну. Он Кирасагар. Если любая проблема существует, то то там Анирудха Вишну является, он пребывает в сердце каждого, как Параматма. И вот Шрила Прабхупада говорит, Баладев первое проявление Кришны, Мул Санкаршан, кто помогает Кришне в различных лилах во Вриндаване.
И это тот изначальный Санкаршан. И он отличен и в то же самое время не отличен от Шри Кришны. Он действует как Гурудев, но в то же самое время не отличен от Кришны. И поэтому он может совершать расу. Но тут другая сиддханта, согласно Прабхупаде Бхактивинода Такура. Какова это сиддханта? Это вы не можете поверить в эту сиддханту, но я могу свидетельство привести, когда бы Баладев не делал бы, не совершал бы расы, то Баладев, он в то время Кришна он является в его теле и совершает эту расу. Когда бы Баладев, когда бы он не делал, не совершал расу, мы, например, видим, что он приходит посетить Враджадаму. Чтобы благословить кого-то, он приходит рассказать, что случается в Двараке, чтобы утешить Яшоду, Нанду и всех старших преданных, которые там живут, и все друзья. Они практически мертвы. Почему они живут? Они живут из-за надежды. Они практически мертвы уже. Почему мы говорим практически мертвы? Поскольку из вашего тела, если это атма, душа уйдет, можете ли вы жить? Вы не можете жить дальше, но как это возможно, когда Кришна ушел из их жизни, а как они живут дальше? Поскольку Кришна – это жизнь всей жизни. В Упанишадах описывается эти качества. Он единственный сверх личность. Если Кришна уходит из их жизни, как они могут надеяться, что они будут продолжать жить дальше? А почему я говорю, что они почти мертвы, а не мертвы? То есть это причина этому, что они живут надеждой встретиться с Кришной. I never go for 7 days Bhagavad Katha. Я никогда, то есть вот это очень обширная тема. Меня кто-то приглашает говорить Бхагавад там на протяжении 7 дней, а совсем не это невозможно. Я не могу это все рассказать. Можете кого-то другого позвать. И вот месяца мало, чтобы все весь Бхагавад там обсудить, рассказать. И так или иначе. Ответ, почему они практически мертвы, а не мертвы. В Гопи-гите уже говорится об этом. Асабо means all individual gopis there, they are all coming from Radharani. Okay. То есть все гопи не сходят из Радхарани, но эти все гопи говорят. On you, I am putting all. We are keeping all our atma as if you have some nice, you know, jewel. You like to keep this jewel with somebody who has some nice locker, so no problem, no thief and dockets can come and attack you. Same thing. They like to keep all their atma jewel. И вот если у нас есть какой-то драгоценный камень, подумаю. И чтобы его никто не украл, его кладут в какой-то сейф, и также они свое сердце отдали Кришне. И они живут только потому, что они надеются, что когда-нибудь Кришна, он может прийти. Мы ищем, где мы тебя потеряли, мы не знаем, в какой лес Вриндавана ты ушел. Мы плачем день и ночь.
In that case, you can put question why and how you are living. В этом случае можно спросить, как вы живете, если ваша жизнь ушла, и они вот живут только с единственной стопроцентной надеждой, что когда-то ты придешь спасти нас. With this hope, и с этой надеждой мы так или иначе живем. This hope is actually, и это, you know, надежда дает нам надежду на нашу жизнь. И мы находимся in Atma. It's, you know, plural number. All Gopika speaking. All our respective Atma, you see. И вот Гопи говорят, все, нашу душу you. Мы отдали тебе. In Sanskrit we say Gachit. Gachit. На санскрите. Gachit means to keep Gachit, значит, something with you. Что-то отдать вам на хранение. This way и таким образом мы живем. So now, Baladev вот, coming with multi-purpose. Baladev пришел с не, по нескольким причинам, чтобы успокоить Яшоду, Нанду и всех остальных, и в то же самое время, чтобы успокоить всех старших, которые кое-как живут там в отсутствие Кришны, и тех друзей, гопов, всех этих пастушков. But Balaji Maharaj cannot approach directly those gopis. Baladev не может пойти к гопи, то есть то окружение Кришны. Кришна, у Кришны есть какая-то отдельная группа. Baladev не может пойти к Радхарани. Будьте внимательны. Если вы осознаете все это, расататву, это настолько великолепно, что вы забудете, что вы в этом материальном мире. I can give example. И вот я могу привести пример из Гора Лила. Я думаю, что Гора Лила это лучшее, наилучшее свидетельство всего. И вот пример из Гора Лилы, когда Шри Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда, Сваруп Госвами, они хотели во время Ратха-ятры, когда Ратха-ятра закончилась, Дития. And actually, Ratha-yatra Ditya. Вот Ратха-yatra Ditya и в Панчами. В Панчами. Панчами, the fifth. Панчами, the special, you know, lila of, you know, Jagannath and Джаганатха и Лакшми Деви. Какова же эта лила? Лакшми приходит со своим окружением, чтобы побить. My Prabhu Jagannath here. Why you? Кто увезли Джаганатха от нее? И Лакшми приходит на паланкине со своими спутниками и бьет служители Джаганатха за то, что они увезли Джаганатха. Они просят прощения, что вот скоро мы его назад привезем. И таким образом, после этого обещания, Лакшми, она возвращается, и такова лила. Если Чайтанья Махапрабху, его спутники, они хотят видеть эту лилу, хотели увидеть эту лилу, и Раджа Пратапаруда, он организовал для них место где-то сверху, чтобы они могли спокойно смотреть на все происходящее. И вот в то время Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда, они смотрят эту лилу, она происходит, Лакшми Деви приходит, она, это около полуночи происходит. Уже в это время все спят, но в то время Лакшми Деви приходит. Но мы спим в это время, поэтому не наблюдаем за этой лилой. И вот Лакшми Деви вот уже собиралась выходить, и Шри Чайтанья Махапрабху находился там. И Сваруп Госвами и... Сваруп Госвами и Шивас Пандит. Шивас Пандит это Нарада.
и они говорили друг с другом, что Лакшма, она самая, так сказать, богатая, самое большое количество богатств. Махапрабху говорит, ты Нарада, ты с Вайкунтхи, ты говоришь это перед Шуда Раджаваси, как ты можешь такое говорить? Ты знаешь, во Вриндаване, в каждом малом месте там столько богатства, что нельзя его найти на всей Вайкунтхе. Вриндавана — это Мадхури Дама. И там это богатство, все изобилие, оно покрыто на каждой точке Вриндавана. Там так много богатства, так много роскоши, что такого даже нельзя найти на Вайкунтхе. И тем временем, когда Расататва увеличивается, тем временем Сварупа Гасай, он начал говорить о Радхаране. И тогда Махапрабху, он получил это чувство Радхарани. Когда эта Расататва, она увеличивается в своей наивысшей степени, тогда Махапрабху, он получил чувство Радхарани. И тогда Нитянанда Прабху смотрит, сейчас я не могу находиться здесь. Когда киртан где-то происходит, или еще где-то перед Радхаятрой, или на любом санкиртане, или вообще что-то где случается, в то время Нитянанда становится очень осторожен. Когда Господь падает, Нитянанда ловит его. Нитянанда никогда не позволяет Шри Чайтанья Махапрабху упасть на землю. Это его обязанность. Нитянанда внимательно смотрит, и когда Махапрабху из-за своих чувств он может упасть на землю, Нитянанда, он ловит его сразу же. Но сейчас, когда Рада Баба пришла, Нитянанда, он ушел с этого места подальше. И это описывается в Чайтанья Чаритамрите. Вы должны изучать это под руководством гуру и вайшнавов. Тогда вы будете чувствовать эту Расататву. Вы можете найти, что Нитянанда, он ушел с этого места, поскольку Махапрабху, он чувствует Рада Бабу, и для него же невозможно там находиться, поскольку если Нитянанда будет находиться там с силой, это Расабас называется, это, как сказать, пересечение рас. Да, Расабас называется. Это плохо, это не одобрено Махапрабху, нигде бы не говорилось, что бы он ни делал. Если Махапрабху находит, что это расабас, какая-то смесь, как пересечение рас, Махапрабху очень гневается. И также я могу привести пример в Гамхире, когда один писатель написал какую-то писанину, и вот он пришел, это хотел отдать преданным, чтобы они почитали это Гуранге, Шри Чайтанья Махапрабху. Но было такое правило, установленное Шри Чайтанья Махапрабху, что чтобы ему кто не приносил произведения, любые стихи, стотры, нужно было сначала отдать Сварупа Гасаю. Сварупа Гасаю мог бы проверить, нет ли там расабаса, и потом он мог уже позволить это почитать для Махапрабху, поскольку там говорится, что если Махапрабху слышит о расабасе, то он гневается. Вот на Бенгале так это звучит. Когда Господь слышит что-то о том, что о расабасе, о неправильности данте и прочее, Махапрабху, он очень гневается. И поэтому таково правило, что кто бы не приносил что-либо для Махапрабху, правило такое, установленное Махапрабху, сначала нужно было показать Сварупа Гасаю, если там все хорошо, тогда уже можно было передать дальше.
Шри Читанья Махапрабху. И вот таково было правило. И когда этот такой материалист, поэт, он не... Он был великий ученый, может, прекрасно писал о Джаганнате и Махапрабху, но он не был преданным. И когда он начал читать преданным, которые там... Были, вот Сваруп Госай сказал, читай, и он слушал, что он там написал, и когда он начал читать, Сваруп Госай, он сказал, остановись, глупец. Ты пандит, а столько ошибок у тебя. Ты совершил оскорбление лотосным стопам Джаганнатха и Махапрабху. И он испугался. Он очень испугался, что, ну, и не мог ничего возразить, даже из Сваруп Госай начал объяснять. Смотри, где у тебя ошибки, вот здесь вот. This Siddhanta you write is one kind of material conception. There is not actually Siddhanta. But anyway, I guess. Вот это под видом Сиддханты, это какое-то материальное представление. Though you are writing negative, I can explain this way. Never try to write this way. То есть никогда не пиши такое ереси, если ты хочешь написать что-то, узнать Сиддханту. Гаурангер бхактаганер каро нитта санго. Гаурангер бхактаганер нитта каро санго. Если ты хочешь узнать Сиддханту, то ты должен приблизиться к чистым преданным. И без чистых преданных, а кто такой чистый преданный? Это те преданные, которые одобрены Шри Чайтанья Махапрабху. А как узнать это? Что не это такие великие преданные, как Шилаки Саргасвами Махарадж, Шилашидар Госвами Махарадж, те, которые одобрены сердцем. И Шрила Прабхупада иногда много раз на каких-то собраниях он давал слово каким-то людям, они, так сказать, полуодобренные. То есть Шрила Прабхупада, он просто выражал им почтение. И вот люди видели, что Шрила Прабхупада, он выражает почтение каким-то людям. Но это пратиштха, а не их милость. А как that я знаю, man, по милости Гуру Вайшнава, и вот тот человек, который давал лекции тогда по милости Шрилы Прабхупады, и многие пандиты приходили и восхищались, и записывали тем, что он говорил, но когда этот человек совершил оскорбление, уехал с Гаудиматха, в Даку. И Шрила Прабхупада тогда узнал, что он ушел из Гаудиматха. Шрила Прабхупада не жалел. Он ничего не сказал. Он ушел, так ушел. Гуру Вайшнава настолько строги, не можно их как-то... То есть они самые сияющие. Нельзя, что, нельзя думать, что из-за вас у него что-то прибудет к нему. Гуру Вайшнава, они могут говорить перед тысячами людей или перед одним, для них это не имеет значения. Все, что они говорят для полного удовлетворения Шри Кришны, а не для вас и не для обычных людей. И вот когда этот человек ушел, уехал от из Гаудиматха, он был такой беспокойный, то Шрила Прабхупада узнал об этом, но не, как сказать, не опечалился. Уехал, так уехал. И в то же самое время мы видели, Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, по милости Кешава Госвами Махараджа, Шридхар Махараджа, то есть они получили всю милость от Шрилы Прабхупады, иначе как они смогли достичь такого уровня? Иначе как они могли говорить? И вот Шрила Кешава Госвами говорил, как, сказал, что был какой-то необразованный ученик, он ничего не знал, совершал какое-то служение в саду и прочее.
но он был очень предан Шриле Прабхупаде. Он был очень предан Шриле Прабхупаде. Он не мог, он был необразован, не мог говорить харикатху. И здесь Сиддханта какова? Если вы находите, кто-то говорит очень красиво, это не значит, что он великий преданный. Вы должны смотреть. Больше, и вот если вы увидите, что он может что-то красиво говорить о разной татве, но он может быть, но не факт, что он чистый преданный. Поскольку говорить это может быть из-за какой-то учености, но вы должны видеть то, что он говорит и то, что делает, это совпадает или нет. Вы должны быть очень внимательны, то, что он говорит, это то, что он делает сам или нет. Если вы не можете, не видите гармонии в этом, будьте уверены, он обманщик. И поэтому вы должны говорить харикатху. Будьте внимательны, то, что вы не можете делать, то, что не можете чувствовать, у вас нет права говорить об этом, то, что вы не можете чувствовать сердцем. Шрила Прабхупада говорит, Гуранаша Гурвага говорит, то, что вы не чувствуете прямо, вы не можете говорить об этом. Уподешам каратуево, но парикшам каратуево. Уподешам каратуево, но парикшам каратуево. Апарикшо подешам я, Джаганнасая Тадбхаве. Это шастра, рейтман. Это такое красное, как сказать, линия, где описывается. Где эта шлока? В этой шлоке говорится, что если вы даете наставление, тысячи те, кто дают наставление людям, делайте то, то и то, но сам, если он не следует тому, что говорит. То есть те советы, которые он дает, он сам их не проверил в своей собственной жизни. Это очень опасно. И все общество может отправиться в ад, если оно следует таким людям. То есть все общество может отправиться в ад. То есть те, кто ходит на его лекции. Karutiyo is not tested. What I am giving advice, it is not tested in my own life. I have no right to speak in front. Если вы не проверили что-то в своей собственной жизни, то у вас нет права говорить это кому-то. Но те, кто все-таки говорят и те, кто их слушает, они попадают в итоге. Вот те слушатели. This whole world can go to hell. И вот Кешав Госвами Махарадж говорит очень сильно, он говорит, Сиддхар Госвами Махарадж, они настолько великолепны, я думаю, когда же я могу достичь их уровня, я молюсь всегда им. Когда же я говорю, что ученик Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж, но я должен спросить себя вначале всего, достоин ли я называться его учеником или нет. Мне стыдно, настолько возвышен он и настолько низок я. Я должен это все осознать, и мне стыдно говорить о себе, как о его ученике, я недостоин. И вот Кешав Госвами Махарадж говорит, что был этим редактором Гаудии, но он ушел, и в то же самое время какой-то необразованный преданный, который совершал служение в саду. Панчанан его звали. И вот весь день Шрила Прабхупада, он спрашивал, куда он ушел, я не вижу его. Но он необразованный внешне. И Панчанан, если куда-то уходил с поля зрения Шрилы Прабхупады, Прабхупада спрашивал, куда он делся, почему. Можно подумать, почему это так, поскольку гуру и вайшнава, они антарьями. Они могут видеть своим сердцем, кто любит их, кто предан. То есть нельзя одурачить гуру и вайшнавов, они очень умные, они знают, что есть что.
кто просто какой-то лицемер, кто по-настоящему настоящий преданный, он занимался, вот этот Банчаян, он занимался какой-то, каким-то обычным служением. Что значит? То есть все служение, оно важно, если вы думаете, что готовка или уборка для Кришны, она меньше, чем поклонение или говорение Харикатхи, то нет, это все эквивалентно. В Гаудиаматхе все служение, оно одинаково. Те, кто убирают, моют что-то, либо готовят, либо поклоняются, это все на одном уровне находится, поскольку если вы будете различать, что лучше, что хуже, это очень плохо. И в Гаудиаматхе вы должны узнать вот эту сиданту, то, что сейчас происходит, я за этого нет, не отвечаю. То есть я, то, что какие-то недостатки делаются не так, как следовало бы, то, что сейчас происходит, я за это не отвечаю. Но я говорю то, что должно быть в Гаудиаматхе. И вот в Гаудиаматхе, если вы занимаетесь служением, подметанием, например, или уборкой, все же вы проповедник. Почему? Как вы проповедник? Да, вы проповедник. В Гаудиаматхе, если кто-то подметает полы, или очищает храм, то он тоже проповедник. Как это возможно? We cannot understand. We нельзя, нельзя понять. Мы думаем, что проповедь начинает говорить Харикатху только, а почему говорится так? И почему вы так думаете? Кто вам сказал? Санатана и Рупа Госвами, они не говорят Харикатху нигде, но они проповедуют по всему миру. Весь мир знает, кто такой Рупа, кто такой Санатан, кто такой Раганат, кто такой Джаганат Дас Бабаджи, Горгишов Дас Бабаджи Махараджа. Почему? Почему вы думаете так? Ачарон – это самое важное. Рагунати, Рупа Санатан, они слушают Харикатху от кого? От Рагунатха Бхатты. И в Говинда Мандире. Одна шлока. Она подобна песне у него, каждая шлока, он читает шлоку несколько раз и разными этими тоннами. Его голос настолько прекрасен, Рупа и Санатан, они сидят и слушают, и наслаждаются этим вкусом Бхагаватам. Вы знаете, что такое Бхагаватам, где и как слушать Бхагаватам? So not that you can speak Harikatha. Это не то, что вы можете говорить Харикатху, и вы проповедник. Нет, вы можете быть таким, как сказать, неправильным проповедником. Но Рупа Санатан и Джива Госвами, они нигде не говорили Харикатху, но все же они лучшие из проповедников. Почему они пишут? Они своим примером жизни являют то, что сказал Махапрабху, их поведение Рупы Санатан, их жизнь. Бхактивинода Тхакур, Бхакти Сиддханта Сарасвати, можно увидеть, что все их совпадает с наставлениями, которые даны Шри Чайтанья Махапрабху. Почему я говорю, что тот, кто подметает Гаудиаматхе, он проповедник. Почему и как? Поскольку он такой пассивный проповедник, я могу доказать это. Как это возможно? Например, я подметаю пол. Гаудиаматха – это место проповеди. То есть, естественно, какие-то люди приходят в храм, какие-то преданные приходят и спрашивают у Махараджа, у меня вопрос к вам. Да, говорите. И вот можно ответить на вопрос, поскольку он тоже слушает Харикатху, и можно кто-то спросит, а где ваш ачарья сейчас, как-то встретиться, но если вы видите какой-то
coming in Gauriamath to take some rice because nice prasadam is there in Gauriamath. А если находите как-то люди просто приходят в Гаудимат просто поесть, заниматься всякой ересью. Acharya, you don't know that if we keep him, he is a sweeper. He is also nice, you know, seva. Then he is going to behave very not very dirty. И вот если человек как бы не заинтересован, как сказать. Because his character is bad. В служении, в философии, хотя если такому человеку дать, как бы, дать служение за то, что он ест просад, если он будет вести себя плохо там, с женщинами, например, еще с кем-то, то это, как сказать, качество Гаудиматха мы потеряем. So one, you know, if you sweep up Gaudiya Math, you are a preacher. Because your soft, you know, behavior, your attitude, your character, your speech can give some impression into the heart of our coming visitor. Be careful, I think. So in this way, I can prove that you are a preacher. Not that you can go to America and say you can speak in English. You are a preacher, not that. Проповедники, то есть если просто ездите по другим странам и говорите, это не значит, что вы проповедник. Это не в Гаудимате такое. И вот таким образом, Баладев, он пришел во Враджадам и с несколькими целями. И вот Баладев, он успокаивает. Успокоит Враджаваси, и после этого два месяца Мадху Мадхава, значит, фалгун и чай, это два месяца, весна. И вот в течение этих двух месяцев Баладев пришел и живет, находится в Враджадаме, совершает различные лилы. You can find Baladev. И вот можно найти Баладев. Он находится в Враджадаме. At 65th chapter. 56-я глава, первый шлока. Says Sukadev Goswami now speaking. Balabhadraha Kurukshetra Bhagavan Rathamasthitaha Surhit Diddikshu. Urut Kantaha Prajajo Nanda Gokulam. Nanda Gokulam, I already know Nanda Gudimanya, I think Prajadam, Nanda Gam. Balabhadraha Kurusheshtra, he Kurusheshtra, who? Kurusheshtra, who? Kurusheshtra, кто? Парикшит Махараджа обращается так, хотя можно найти из Куру и Пандавы, но изначально они все из Куру происходят. Если мы скажем Куру Нандана, Арджуни, это не это правильно. А чтобы разделить, мы должны говорить Кауравы и Пандавы, чтобы их разделить. Вот Пандавы и вот Каурава, а те Пандавы, они тоже Кауравы, они с одной династии происходят, и Гити иногда говорятся вот такие слова. Это такое общее, как сказать, значение. И вот Курушрешта, Парикшит, лучше из Куру, слушая Балабхадра. И вот он на колеснице он поехал в Нанда Гокул. Почему? You know, anxiety and a feeling, you know, how they are present, вот living, живут, how they are living, что происходит, я могу, я должен this узнать об этом. И вот Баладев беспокоится, поскольку это его родственники. Если Баладев, он some, you know,
desire to go to Vallabhji Maharaj, you cannot compare with your life. Ma, I am thinking about mother and father. Ну то есть, если хочешь пойти к своим родственникам, то нельзя сравнивать с нами, поскольку Баладев он еще ушел туда, чтобы благословить их. И вот я уже говорил о том, когда Ясадев он звал своего сына, чтобы он вернулся, это не значит, что Ясадев он находится в Майе. И он молится, зовет сына, чтобы он пришел. Нет. Я же сказал об этой Сиддханте. Is not the same case. И это не тот же случай. Why was the Guru Maharaj crying? Calling, feeling sorry, because there's a topmost pot, very nice, exact pot, in which I can keep this Bhagavad Rasa. А он, поскольку он ушел, поэтому он и зовет его назад, но не только это. И также Ясадев Госвами, он знает, что все могут критиковать меня. Все обычные люди, поскольку у них склонность к критике есть, и поскольку могут сказать, что он своему сыну эту Бхагаватрасу отдал, и поэтому будут критиковать его. И поэтому, когда Шукадев Госвами пришел получить этот Бхагаватрасу в Ясадев, ты должен пойти к Джанакараджу, чтобы он одобрил тебя, и тогда я смогу говорить Бхагаватам. В различных планах это описывается. И вот Шукадев Госвами пошел туда три дня. Джанакарадж проверял его очень жестко. Никто не мог выдержать таких испытаний. Но все же он нашел, что он лучший из тех, кто может вместить Бхагаватам. Он одобрил его. Это не так просто, это не вопрос, так сказать, не шутки. И поэтому Баладев не пошел просто встретиться с родственниками, а чтобы благословить их. After that, you know, coming here in Nandagopur, Pari Shwakta Chirot Kanthair Gopair Gopi Bhirevacha Ramo Vivadyo Pitaru Vasir Bhir Ravi Vandita. Баладев пошел туда, и вот Баладев пошел туда, если есть какие-то друзья, они обнимаются друг с другом, когда отец и мать старшие встретятся, они встречаются с вами, тоже обнимают вас, благословляют те, кто малые, а то есть старшим он кланялся, с малых обнимал, и таким образом они, как сказать, повстречали, обменялись, как сказать. Он встретился с ними, начали говорить, спрашивать разные вопросы. Вот я хочу еще сказать здесь, что в Дварке, когда Баладев ушел в Гокул, Гокул значит Нандагокул, и в то время случилось что-то, что те, кто ядовы, the small boys, they actually, it is before Balarama,
if it is before Baladevji Maharaj is leaving for. Это перед тем как Баладев уехал в Гакулу. Actually, when those you know the Jadubansi, those Bala, you know, эти дети из династии Яду не играли в лесу в этом. В лесу увидели какое-то создание в колодце, они хотели вытащить его, но не могли. Они пошли, подошли к Кришне и сказали: «О, Кришна, мы нашли какое-то создание, оно похоже на хамелеона, но он очень тяжел, мы не можем его вытащить. Почему? Но не знаем почему». И Кришна пошел с ними. И сказал, он прикоснулся к нему и вытащил это создание из колодца, и это создание было Нигараджа. И он принял образ опять царя, что как это, и Кришна тогда, чтобы дать им урок, сказал им, как ты, Кришна знает все, но спросил, как ты стал этим, этим, как сказать, насекомым, или как его, животным, ты Нигарадж, у Нигараджа никто не мог сравниться с тем, с таким донором, он совершал яги, и раздавал тысячи и тысячи коров браманам, вайшнавам, и с золотыми украшениями, он раздавал очень много коров, почему ты стал этим, как сказать, существом. И вот он сказал, что однажды я раздавал пожертвования, и однажды корова из одного дома пошла в другой дом другого брахмана. И этот брахман смотрит, одной коровы не хватает, это моя корова. А тот брахман начал возмущаться, нет, моя. Там было очень много коров, и никто их не считал, как бы не засекал. А Браман говорит, это Нигарадж мне дал эту корову. Нет, это моя корова. И начали спорить друг с другом между этими браманами. Что делать? Один говорит, моя корова. Другой, нет, моя. Это в моем доме было. Тебе случайно зашла, ну пойдем к царю разбираться. И вот они пошли к Нигараджу. О, Нигарадж, что случилось? Смотри, ты должен решить эту проблему. Что вообще случилось, в чем дело? Что вчера ты дал мне эту корову в качестве пожертвования, она пропала, пошла к нему домой, и он сейчас заявляет, что это его корова. И Нигарадж сказал, я не помню, поскольку я тысячи коров каждый день раздаю, и их не запомню всех, тысячи и тысячи коров раздаю, поэтому, о брахмане, я могу попросить вас, забудьте про эту корову, я ему тысячу коров каждому дам, ты отдай, пусть они заберут из себе. А брахмана они, как сказать, начали давить, нет, не вот этой конкретной коровы. Нужно, Нигарадж говорит, давайте им тысячу коров там за это одну, успокойтесь. Но эти брахманы, они против были категорически, и Нигарадж стал виноватым во всем в итоге. За то, что брахманы, как сказать, поругались. Брахмасаран значит, если какие-то брахманы, вайшнавы, они дают, если вы что-то забираете, что-то у брахманов и вайшнавов, это брахмасаран, ну, буквально забирать, воровать что-то у брахманов и вайшнавов, и так неосознанно Нигарадж совершил эту ошибку, но ему сказали, что как бы неосознанно, но виноват все равно. Он как бы он как раз раздавал и случайно уже подаренную дал, и в итоге ему, ему пришлось родиться как, ну, таким животным, как ящерица, типа ящерица, лизард, хамелеон, ящерица такое. И вот там Кришна, он, и вот Кришна, он говорит Ядовам, смотрите, за такую маленькую-маленькую ошибку Нигарадж, он страдает.
Будьте внимательнее по отношению к браманам. Не пытайтесь брать даже копейки или вообще что-то брать у гуру вайшнавов. Они подобны огню. Поскольку в шастрах что мы находим? Вайшнавы, они самые могущественные, если они настоящие вайшнавы. Банни, Сурьо, Брахмани Бхио, Вайшнаво Тайян Сада. И вот говорится, Банни, Банни, значит огонь. Банни, Сурьо, Брахмани Бхио, Тайян Вайшнаво Сада. Солнце, и вот сравнивается, что, что гуру Вайшнава не самые такие. Ванди значит огонь. Сурья, Бог Солнца, Брахманы, это Бусурагуны. Вот Рагунатха Госвами говорит, что они украшение этого мира, Брахманы, а Вайшнавы, они выше, чем Брахманы. И вот Вайшнава говорится в Писаниях, что Вайшнав, они более могущественны, чем огонь. Если так или иначе вы прикоснетесь к огню, вы обожгетесь. Это может как-то от ожога избавиться впоследствии, но и вот говорится, огонь может сжечь вас. Солнце во время месяца Вайсака, летом вы можете получить солнечные удары, либо умереть от жары. Getting this kind of disease. То есть во Вриндаване можно видеть тех, кто приехали недавно, ходят в полдень, то потом им плохо от таких от солнечных ударов. И вот мы знаем, если летом мы куда-то идем, то что мы делаем? Мы пьем очень много воды. Может, 2 литра или больше. Anisin and nisri candy, which you с сахаром и лимоном, ну с каким-то этим, средством от жары. А в Раджастане те, кто не вайшнавы, они ходят в подмышках, зажав лук. Ну им это от жары помогает, но вайшнавы этого не используют. Но те, кто не знают, они потом страдают очень от этой жары. Another kind of fruits is called, jalpai in Bengali, and it's called cod liver. While you get out of one, that fruit is also. Еще есть какой-то фрукт, который помогает от. Very nice. If you see alubokra, not that alubokra, one special. Alubokra называется по-русски, не знаю как. Red type, like apple, very small. Ну, на яблоко чем отдаленно похож. If you take 3 or 4, go outside, no problem. То есть они так температуру понижают, охлаждают тело, иначе можно от этого солнца помереть от того жара. И вот говорится, огонь, солнце, брахманы, они все очень могущественные. Не пытайтесь не совершать никогда никаких ошибок по отношению к ним. А вайшнавы, они еще более могущественные. Они более, как сказать, такие сияющие. И смотрите, что случилось с Амбарише. Дурваса, он был настолько могущественным, что даже Дурваса не смог находиться рядом с ним. Он вынужден был бежать. Он не мог находиться рядом с Амбаришей. Вы думаете, что Амбариш это... Вот посмотрите, какое, так сказать, величие. Амбариш, он должен был просить прощения у какого-то царя, то есть он узнал о славе преданных Верховного Господа и совершил ошибку, пожалуйста, прости меня. И вот я привел такой пример. И сейчас вот и вот Кришна дал такой урок этим ядвам, что никогда не пытайтесь брать что-то у браманов, у вайшнавов. Это Брахма Шахара называется.
Это очень опасно. Вы не можете искупить эту ошибку. Вынуждены будете умереть. Будьте внимательны. И вот после этого Баладев отправился вам в Раджадам. Мадхум Мадхамам Ивача Рамаха Хапасу Бхагаван Гупинам Рути Мавахана. What is written actually there? 65 chapter, 16 slok and 17 slok. Санкарсанаства Кришнасьо Сандесвайр Хридаянгамай Сантаямасу Бхагаван. Нана ануная кубидаха. Баларамджи Махарадж, вот Баларам описывается, что Гаргачарья говорится. Баладикят балам виду. Is Баларам, because he can Баларам, тот, кто может давать наслаждение всем. Раманат Рам. Раманат Храм. And Баладикят балам виду. Гагумни already predicted. Гагумни он уже предсказал. And the nomenclature done. Name. His name is Balaram. Уже имя. Тот Баларам, тот этот. Однажды в Гакуле, не в Нандагакуле, хотя этот уже Нандагакул, но то там в Гакул Махаване. Там. Он уже предсказал то, что его как назовут. Has given Ram because it's giving enjoyment to everybody. Ah, oh, everybody happy to see Balaram. Ah, nice, very nice speaking, very nice, you know, looking, and you know, powerful, most powerful. И он очень силен. Он более силен, чем Кришна, и поэтому Баларам его зовут. Но Рам тот, кто дарует радость, наслаждение. И вот. Сантаямаса Бхагаван Нана Нуна Йоко Бидой. So, Sankarsan and Baladev вот Sankarsan и Баладев пришли with some information given by Krishna, a news от Кришны они пришли с новостями о Кришне, чтобы как-то погасить их огонь разлуки и два месяца. Мадхум Мадхава Мевача Мадху Анмадхав Чайт Байсак Рамаха Хапасу Бхагаван Гупинам Рути Мавахана. I wanted to give enjoyment to those gopis, special gopis. Those gopis not the group of Krishna. Be careful. А те гопи, с которыми он говорил, это не гопи Кришна. Они ждали Баладева, они плакали в разлуке, поскольку Баладев ушел в Матхуру, потом в Двараку и прочее. Так много времени ушло. Они плакали, что и когда мы можем получить общение с Баладевом. И вот Баладев, он пришел в Раджадам. Когда ночью раса происходила. So, Rama, и Khapasu, Khapasu and Rai, nighttime. Khapasu, значит ночью. Khapasu, Bahuvachan, plural number. Why? Почему? Every night. Каждый, almost every night. Каждую two ночь, практически в течение двух месяцев. Going secretly and doing он Rasa совершал Расалилу на берегу Ямуны. You know, the place of, you know, Rasa spot of Baladev Maharaj? It's called Obegam. Называется, я там иногда бываю перед Вихарваном, там вот это место на берегу Ямуны. И там свидетельство того, что Баладев взял Ямуну и своим плугом он перенес ее. This way you see, Dau Masu Tatro Javasit Madhum Madhava Mevacha Ramaha Khapasu Bhagavan Gopinam Ratimavahana. To give satisfaction to those gopis, чтобы исполнить желание этих гопи, которые ждали его так долго. You know, they like to play. So now time coming, they are playing, you know. Пурно чандо калам риште, кайму дигандвайуна,
Джамунопубане реме севите стри ганейр вритаха пурна чандо каланаште. I'm very lucky. Я очень удачлив. I'm very lucky. Sometime in Purnima day I used to stay there in Balaji temple there. Я во время Пурнимы был в там в храме Баладева, там Ямуна была, змеи везде. Ночью смотрел на луну и Баладев там. Я не могу описать, никакой философии недостаточно, как я могу описать. Я чувствую, что там происходит, находясь в том месте. И вот когда Пурнамаси упал на Луне, и аромат цветов вокруг, поскольку Бихарван рядом, различные цветы, лотосы, жасмины, розы и прочие. И прочие цветы там. И ветер он переносит этот аромат очень аккуратно, чтобы дать радости. But those who are actually hero and heroine, they can have a special kind of, you know, attraction. Feel some sensation that time. So, air gently blowing, very nice, at the back of Jamuna, full moon there in the sky. И вот ветер, он переносил этот аромат. All nice flowers and прекрасные цветы и фрукты, которые там росли, аромат от них переносился в... в то место, и они были очень вдохновлены. И Ямуна, и на берегу Ямуны там Упаван, не такой маленький. И вот там Баладев со своими гопи, они начали расу, как они приняли расу, данную Варуны. It's making some kind of intoxication. Not think. Don't think. Try to think that is one kind of wine. Don't think that. You can get some prema. Not this. Don't try to. То, что они пили, это от Варуна, это не, так сказать, какой-то нектар. И вот он позвал Калинди, но Калинди не приходила. Ну, он взял. То есть это ему на смысле он разгневался, взял плугом и подвинул, куда ему нужно было. Она начала просить прощения, и после этого Гандхарвы они начали петь, и Баладев он тоже начал петь. Реме карун каренур жутешо Махендро иво варна. Like Махендро. Махендро who? И вот подобно Махендре. Кто такой Махендра? Махендро и Индра. Индра. Еще Индра. Another name of Индра is Махендро. Одно из имен Индра Махендра. So like you know. И вот подобно. Elephant. He elephant dancing with sea elephant. Enjoyment. They all Gandharva, their wives, they are coming. Gandharva is also Kinnar dancing. Gandharva, Kinnar, you know, Vidadhar. They are also making music. Они танцевали, играли на музыкальных инструментах. И Banitavir halayudha, banisu vyacharat kibo madanabhiholalochana. Madana Bhuholalachana Manana, his condition is very, so in such a topmost condition, peak condition. When Balaji Maharaj cannot understand who am I, where I am.
И вот Баладев, он танцевал с ними и забыл, где находится эта раса, она достигла небес. Раса, она достигла своей наивысшей степени, и в то время... И в этом лесу эта раса, она достигла своей наивысшей степени. In that condition, состоянии, there is nice garland. Гирлянда. Сагвейкакундало, матто вайянта чамалая. Here also another point. Krishna only have the right to. И вот здесь говорится только Кришна, он может имеет право носить вайянти мало. Это мало из пяти особых цветов. Вайянтина зовется. И эту мало только Кришна может носить. И Баларам тоже здесь описывается, но Нараян не имеет права. Вот эту мало, павлинье перо, это только другие особые вещи, только Кришна и Баларам имеют право носить. Бхак смитво мукам буджу седо, пралио хушитам. Now actually sweat coming because of dancing is also one kind of ornament, you know, decoration here. And so ajuhava yamunam jalo kriyartham aishara. The isha calling yamuna, kalindi come. И вот он, Баладев, позвал Ямуну, но она не пришла. И поэтому... Он хотел омыться в Ямуне, совершать какие-то, купаться в Ямуне, но Ямуна не пришла туда. И тогда он, Баладев, разгневался. Ниям бхакчам анадритто матто итяпагамбала. And after that, анагатам халагрена купито бичакарша. Хал means plow. Он взял и своим плугом он подвинул ее туда, куда ему нужно было. Твамам авагайо жан наяси ма мая ахута. I am calling. Why not coming? Я зову тебя. Почему ты не пришла? Лангала грена сатада камачаринам. I can divide into 100 pieces. Я разделю тебя на 100 частей. Быстро приходи. Ямуна испугалась и пришла и говорит: «О Рама, прости меня, я не смогла понять твою славу». Ясай кансена видита, ягати хи ягату пати, я джагатпати. Ты джагатпати. Ты поддерживаешь всю вселенную, но я забыл об этом, прости меня. After that, и после этого. Now this question, you know, evam sarva nisa yata и кево рамату враже, рамасча кшипта читтасья мадхурджай враже жоушитам. Брджа-йошитам, you know, special gopis playing with Balaram, they couldn't understand how nights are going. Были с Баларамом, они не осознавали, как быстро ночи проходят. And now Баладев Махарадж, after completing после того, как он закончил расу и прочее, his duty is over, going back to, он вернулся назад. Дваракаку. Here in the meantime, actually. И тем временем. You know, in the meantime, Pundarik Bhad, Dijo, you know, Divit Banner, he was making problem, with Balaji Maharaj in Roibat. You know, one hilly place, very nice. There he is making more problem. Actually, he was very nice, you know. After that, due to bad association, he is growing that kind of mood. He is the minister of Sugriv.
И вот он был вот этот был министром Сугрива, потом он из-за плохого общения пал и начал возмущаться с Баладевом, почему он там чем занимается, и Баладев убил его. И таким образом Пундарик, это царь из Каши Варанаси, он проповедует. Я Васудев, кто второй Васудев? Посмотрите, я четырех руки, но он из дерева сделал себя, остальные руки начинают говорить, что это не настоящий Васудев, я настоящий. И вот он послал в Двараку каких-то посланников, чтобы они рассказали. From today onward, don't try to preach yourself as Vasudev. Не говори о себе как о Васудеве, я Васудев, и тебя накажу. Кришна не понял, что случилось, что он шутит и убил его. Это Пундарик Бод, Дивид Банор Бод, and Хастина. Now in the meantime, one thing happened. You see? И тем временем случилось что-то. Смотрите. Джамбавати's son, the Shambhu. The son of Jambavati's Shambhu. Джамбавати Шамбу. Shambhu now gone somehow. Он ушел. He got information there's marriage ceremony going on. You know, there's свадьба какая-то была. Very nice, you know. So Shambhu came. И вот Шамбу пришел. And he wanted to abduct the daughter of Duryodhana. Лакшана. Дочь Дурьодхана, Лакшана. Он хотел жениться на ней. Он схватил ее и ушел. И началось сражение, и Шамбу один сражался со всеми. Так или иначе, они поймали его и сказали, что это неправильно, но они его поймали как-то, как на Курукшетре Субхадра. Субхадра Тоной, сон. И Тоной. Who? Subhadra Tanay? Abhimanyu. А Субхада и Абхиманью. Abhimanyu fighting alone. А он один сражался. And they, you know, breaking rules. Они everybody big big. Они нарушили правила Дроначарья и другие не окружили его, убили. Это не законно. Это иначе это невозможно было бы победить его. Абхиманью настолько могущественным он был. И здесь также Джамбавати, он не был, как сказать, слабаком. Он Шамбу. Он был очень могуществен. But they somehow, you see, when abduct, when come to, when came to abduct this daughter of Duryodhana Lakshana, дочь Дурьодханы Лакшана, then at that time, то в то время Дурьодхан очень возгордился, что ты, как ты посмел, что какой-то пастух украл мою дочь, и началось сражение. Then somehow illegally. И так или иначе они поймали Шамбу, посадили в тюрьму, и Нарада Муни он рассказал это. Сейчас у нас какие-то новости есть, газеты, но Нарада быстро все делает, рассказывает, кому надо, в части секунды смотрю, что случилось. И вот пришли на подмогу ему, и вначале Баладев сказал, зачем сражаться, все мои родственники, давайте я пойду один, не идите со мной, я пойду договориться попытаюсь. И вот он пришел к нему, и Кришна, он сказал Кришне, чтобы кто никуда не ходил. Я поговорю с ним, и вот Баладев пошел. Он никого не слушал, только Вишварупа. И вот таким образом Баладев, он пришел, сказал, не надо, не
не надо с ним сражаться, я попытаюсь договориться. И вот он на своей колеснице приехал. А сначала... Why? You must release Sambhu. I can take him back. Why? И вот он говорит, что нужно освободить Шамбу. Дурьотха сказал, что не будет этим заниматься, начал их поносить, оскорблять. Что они из низкой семьи, они недостойны быть, трон царя занимать. И Баладев, когда он услышал, что он оскорбляет Кришну и их всех, то тогда он взял меч и сказал, я уничтожу весь этот Хастинапур. Кто остановит меня? И он этим плугом, точнее. И он взял весь Хастинапур и начал трясти его, как во время землетрясения. И Дурьотхан со всеми спутниками пошли просить прощения сразу же. И Баладев сказал, нет, я уничтожу весь Хастинапур и выкину его в Гангу, кто сможет остановить меня. И все начали молиться ему, прости нас, мы совершили ошибку. Не говорите так, вы оскорбляете Кришну, вы знаете, кто такой Кришна? Вы дали нам этот шанс. То есть, ну как бы, не ваше дело не оскорблять Кришну и его спутников. И Баладев захотел уничтожить весь Хастинапур. И... Баладев решил наказать их за то, что не слушают ему, как говорится, животное, если оно вас не слушает, то можно наказать его палкой. И вот таким образом Баладев дает нам такую сиддханту здесь, 68 глава. Нунам нана мадун мадундха, нунам нана мадундха сантин нечхантис асадаваха тешам хи прасамо дандьяха пасунам лагуру ятха. Нунам нана мадундха сантин нечханти асадаваха тешам хи прасамо дандо пасунам лагуру ятха. I'm giving so much, you know, in appealing mood, I'm sending information. They are not ready to come into any solution. They are actually popped up. They are not ready to find any solution. Well, I can show them. They never want to, you know, make a peaceful situation. Они не хотят идти на перемирие, поэтому я накажу их. Для них это лучше, если я побью их как животных. Я покажу, кто есть кто, что не задерись. Говорят о Кришне, Брама, Шанкара, весь мир, они возносят молитву Кришне, а ты оскорбляешь Кришну. Как ты посмел? Jasangri Pankajo Rajo Kila Loko Palair Mauli Uttamair Dhritam Dhritam Upasi Tatirtha Tirtham Brahmya Bhavo Aham Opiyasu Kalaha Kalaya Sris Sri Chodva Hema Chiram Asso Nipasanamka. They cannot climb this Simhasan. They have no right to get the place and position in Rashtrava. What you think? What you mean? Говорит, что они не имеют права находиться на Симхасане, занимать место на собрании царей. Он тиртха всех тирт. Все муни, риши, те великие полубоги, они молятся ему, а ты оскорбляешь его. Брахма, Бхава, ми осо, ансо кала,
And you think he is not, you know, getting any right to sit in Singhasan? What do you mean? You are so much puffed up. After that, и Баладев наказал его, и после сын Джамбавати с большим количеством пожертвований и процессии они вернулись назад. Вот потом история с Наракасуром. Наракасур. И вот Наракасур, он. Он. Во время. Баумо actually keeping so many kings. Баумо. In captive. Those king was freed. Now we see the, you know, so many, you know, young girl. Nice name. He is keeping in, you know, Naraka Nihatam Srutya. When Naraka was killed, then Krishna married at the time. So many. И вот Кришна, когда убил Нараку, он женился на тех девушках, которых он держал в неволе. И вот Кришна теперь живет жизнью домохозяина и следует всему, что должен, всему, чему должен следовать человек. И вот он, по сути, живет как человек и следует всему, что нужно делать человеку. So this way actually. И вот таким образом. Krishna. After that, you see, Uddhav in front of Uddhav, Bhagavan Sri Krishna. Перед Уддавой Бхагаван Шри Кришна спрашивает, Уддав, что делаешь? The situation now. They are making so much problem. Так много проблем здесь. So what to do? И что делать? Удави Махарадж speaking, Удав отвечает, о Господь, ты должен пойти в Индрапрастху, организовать ягью там. И также ты должен найти решение для Джарасандхи, это головная боль твоя. This way actually, Krishna make free all these kings there. И вот Кришна освободил этих царей. Release them. Jarasandha actually, you know, confined them in jail. Jarasandha он запер их в тюрьме после, а после смерти Jarasandha Кришна всех освободил. И эти все цари, они начали молиться Кришне. И Раджасу-Ягья началась. Так или иначе, Jarasandha был побежден, и как? Когда? When this, you know, who? Uddhav giving advice. Уддав дал наставление Кришне, что должен идти. To where? Куда? Индрапрастху. Индрапрастху. Индрапрастху и решение какое-то найти для этого. И Бима, Арджуна и Кришна. All three going in, все три пошли. Midday time, 12:00, 12:30, like that. В полдень, около полудня, Атитхи. All those were following Vedic rules. И вот те, кто следует ведическим правилам, Гринхастхи, если какой-то гость приходит, они должны do nice treatment to them. Хорошо относиться к ним, должны как-то угостить, накормить. So, и поэтому они все в полдень пошли, Атитхи Вела называется это время. Джарасандха, он закончил ягью. Асура совершали ягью, но Кришне не следовали. Вот смотрите, и как бы демоны, они браманов как бы уважают, но Кришну не уважают. И таким образом, они все втроем в разной одежде браманов пошли туда. И когда они дошли, то охранник на воротах сказал, что пришли три брамана, хотят пожертвования, ну, заходите. И вот Джарасандха сидит, спрашивает, да чего вы хотите.
Мы хотим что-то от вас. Спрашивайте, что надо, я дам вам. Ты готов? Да. Мы хотим с тобой подраться. Как? Драться со мной, побороться. Он начал смеяться. Да. Я могу с кем? С Кришной. Он мог определить. Бхима, вот он подходит для тебя, а вы остальные слишком слабы. И вот он взял палец, дал ему и пошли на поле боя, начали сражаться, никто не мог победить никого. Долгое время они сражались так, и после этого, смотрите, Бхим is Дада, you know, brother, Бим, elder Дада, brother of Бим, Krishna. Бим, это младший брат Кришны. Он был очень уставшим, я не могу победить его, как это возможно? И Кришна взял. Взял этого травинку и вот так вот сделал этот знак, что нельзя его победить. Палец нужно разорвать и выкинуть эти части тела, выкинуть в противоположные стороны. И вот он, когда сражались, Джарасандха упал, и вот он взял его за ногу. За ноги. Бхимасен, он взял его за ноги, разорвал и выкинул части тела в разные стороны. И Джарасандха умер, и все проблемы решили сами собой. То есть он был главной проблемой. И вот по желанию Кришны, Юдхиштхир Махарадж, он хотел совершать ягью. Какую ягью? Раджасу ягью. И вот Раджасуя Ягья началась, я кратко говорю, и все они пошли в разные места, пожертвования получать с разных мест, и кто мог остановить эту Раджасуя Ягью, если кто-то, но никого, никто не мог остановить, и Юдхиштхир, он начал совершать Раджасуя Ягью, и со всех, все 14 миров пригласили на эту ягью. И Кришна, он, у него было служение на этой Раджасуя Ягью, вот всем раздали их служение соответствующее. Дурьотхане, ему было дано ответственность все сокровища хранить. Это казначей пост. Его кто-то спросил, почему это служение ему дали. Кришна сказал, причина есть, почему. Поскольку на его руках есть признаки Лакшми, Падмы, и он может всегда... Он проблемы будет приносить. So much treasure you can get. Because he can in his hand some marking is there, Padma. He can distribute more and more. The more and more he distributes, the more and more he can get. So. Дурьотхана, чем больше он раздает, тем больше он получает. Бхимасена был занят готовкой. Накул Сахадев, они все приносили то, что нужно было и прочее. And Krishna says, what seva you can take, Krishna? I like to take one nice seva. Krishna, Krishna, что делал? I like to ask the lotus feet of Brahman Vaishnava. Он сказал, хочу омывать лотосные стопы Брахманов и Вайшнавов, которые приходят на эту ягью. This way actually, и вот таким образом все это организовали, вся эта Раджасуя Ягья, она стала успешной. И на этой Ягье Чедирадж, Шишупал тоже пришел. Они сидели там, и вопрос поклонения, кому первому поклоняться нужно, поскольку это Ягья, вы должны поклоняться уникальной великой личности сначала, вы должны выбрать, кто достоин
среди всех такого поклонения. И Накула Сахадев сказал, Кришне нужно поклоняться. И Шишупал очень разгневался. Как вы, глупцы, это детское такое представление, смотрите, Бхарат Радж, Парашара, великий Риши есть, а тут какой-то Кришна, он не знал Кришна Таттвы, он начал опоносить Кришну. И Кришна пообещал своему этому, родственнику какому-то, что до 108 оскорблений я потерплю, а потом уже нет. И вот Шишупал начал оскорблять Кришну. И когда он еще с детских лет, только папа, мама научился говорить, он уже Кришну оскорблял. Посмотрите, что Кришна сделал для него. На любом собрании он везде его оскорблял. И все, вот он начал так оскорблял Кришну. Все риши и муни, они уже заткнули свои уши. Мы не должны слушать ничего против Кришны. И вот саду брахманы, они тоже начали думать, что же делать. И после этого Кришна, он так сидел спокойно, не волновался, он считал, сколько там оскорблений он наоскорблял, и вот дошел так до 108 оскорбления, и Кришна на собрание позвал Сударшану. Сударшана пришла и перед всеми преданными Сударшана, она Шишупал смотрела, что там такое летит, и она отрезала голову Шишупала, и душа, дух Шишупала, она подобно свету, она постепенно полетела к лотосным стопам Кришны и слилась с Кришной. И люди подумали, что такое, как это возможно. Но очень важное в этом, то, что хотя Кришна убил Шишупала чакрой, но все же ни капли крови не было там по желанию Кришны. Любая ягья, раджасу ягья, либо свамет ягья, либо еще какая-то ягья, где бы она ни проводилась, если там капля крови, вдруг все ягья, она портится. Все ягья ваши, она портится, даже если там капля крови на... В процессе яги у кого-то из участников надо заново все начинать. И вот Кришна отрубил голову Шишупалу, но ни капли крови не было в процессе этого. По его желанию. И вот сейчас раджасу яги продолжалась дальше, но Дурьотхан был оскорблен. Кто его оскорбил? Никто его не оскорбил. Он сам оскорбился. Как это? После яги Дурьотхан хотел прийти в Индрапрасту, в этот дворец, но этот дворец он Майданом сделан. Но особый дворец, там может что-то быть, например, камни, которые на воду похожи, но если подойти, наступить на это, то видно, что это не вода. И вот он. И вот пошел этот дворец, тут... Вот он. Пошел там аккуратно. Думал, что это не вода. В прошлый раз его уже одурачили, так, но он наступил. Это была вода как раз. И он упал туда, все начали смеяться над ним, и он оскорбился. Так. Он принял решение, я покажу, кто я есть. И вот так, Дурьотхан, он был, так сказать, оскорблен, но это из-за его неудачи никто его не хотел оскорблять, но он сам так оскорбился.
After that, you see. И вот после этого. Salvo. Salvo. Pradyumna. When Krishna went there. Pradyumna. In Salvo, making problem in Dwarka. Там какой-то Salva, он Dwarka. This way, Salvo was killed. Беспокоил жителей и его убили. Но подробно некогда на этом останавливаться. Дантавакра, Видура. Дантавакра, Видура. Дантавакра also killed. They fighting with Jadu, one son. Он сражался с Яду, и тот тоже был убит. Здесь перечисляются те асуры, которых убил Кришна и Баларам однажды. Дев Махарадж пришел в Наймиш Кшетра, но все решили там жаловались о Баладев. Есть проблема, в чем проблема? Мы хотим совершать ягью, поклоняться. Но вот Балбал какой-то, демон, он приходит и испражняется в этом месте, и мы не можем наш баджан совершенным образом совершать, и поэтому помоги нам. Баладев сказал, давай, тебе пойду посмотрю. И вот он, этот демон в форме облака на небесах пришел, и Баладев убил его. И потом Кауравы и Пандавы, когда они решили сражаться друг с другом, это Дурьотхана. Это не Юдхиштхир, а Дурьотхан решил. Юдхиштхир, он был очень возвышен. Он не хотел ни с кем сражаться. Юдхиштхир, он сострадает всем нам. А Дурьотхан, он воплощение Кали. И поэтому сам Кришна, он говорил с ним. Сам Кришна, он говорил с ним. Но он не был готов принять его послание. Сам Кришна говорил с ним. Он говорил, что мы все родственники, смысла нет нам сражаться. Но Дурьотхан не был готов идти на компромисс. Он ругался, и Кришна сказал, хорошо, как ты хочешь. И Кришна возвращался назад, рассказывал Юдхиштхире, что он не готов идти на компромисс. И Кришна спросил, что делать. Ну, сражаться надо, что еще. И началась битва на Курукшетре. Кришна решил быть нейтральным. Он не принимал ничьей стороны. Но он мог быть этим колесничим, но сражаться на чьей-то стороне он не хотел. Но Кришна Дурьотхане дал такую возможность. Следующее утро тот, кто первый приедет, если увижу кого-то первым, он имеет право спросить любое благословение. Нараньяшена. Это значит все. For me. What you alternative? What you want? You want me or my, То есть вы хотите меня или всех моих спутников, все окружение? My truth. Нараньяшена. Нараньяшена. Then Дурьодхана is a Дурьотхан, his Baba is Asura Baba. Он демон был. Then morning time, и утром Дурьотхан первым приехал. Дурьодхана is first. And he is standing in front. И вот он стоял перед. Because he is then also popped up as some false figure. Ну, сам первый, в общем, был. И Арджун чуть позже приехал. И так или иначе, Арджун был вторым. У лотосных стоп Кришны. И когда один человек спит, если он открывает глаза, что он видит? У стоп его стоит или у головы? А Дурьотхан был очень такой
гордый, и он стоял у головы и думал, что Кришна первым заметит. И вот Кришна, когда проснулся, он увидел Арджуну первым. Он вдруг, когда ты пришел, нет, я первый пришел, я в очереди первый, Дурьотхан сказал, но я не видел тебя первым, поскольку ты там сзади стоял, но так или иначе я первый. Ну, что ты хочешь? Drop the problem. What do you want? I want your, you know, Narayan full truth. Я хочу всех своих спутников. Кришна улыбнулся. А ты что хочешь, мой друг? Я ничего не хочу, хочу тебя только. Арджун сказал, я хочу тебя. Хорошо, тогда мы так и решим. Всех своих спутников для борьбы я до сражения дам тебя. Я останусь с Арджуной. Но я не буду сражаться. Арджун спросил меня. И я могу находиться с ним. Driver, и вот как этот возничий колесницы. И таким образом Баларам, когда он узнал об этом. Anyway, Курукшетра Юдья fighting Курукшетра. Nobody want to stop. Then Balaram took place. Actually, why should I stay here? And take get unusual, you know, information. It's better I leave this place because anyway they are not going to obey me. So Duryodhana, you know, actually, Balaji Maharaj take leave for Tirtha, different. In the meantime, Balaji Maharaj going to Baladeva everywhere. В разные святые места по всем тиртхам, Ганготри, Ямунотри и прочее. And South India everywhere. Южная Индия и в общем, по всем местам паломничества, на Мишкшетру и прочее. И тем временем он пришел, вот когда он пришел на Мишкшетру, решил одну проблему, и другая проблема была там, когда он Баладев пришел, то риши на Мишкшетре не услышали Харикатху и перед отцом Сутадева Госвами. Actually, that time, Dhomarsan sitting in, you know, и вот он сидел на Вьясасане, когда он говорил Харикатху, и Баладев пришел, все встали, но вот этот риши не встал. So Balaji Maharaj, as if he is some kind of acting. Balaji, he is Dhomarsan Sutta. Not stand up to give honor to me. Он возмутился, почему он не встал и решил наказать его, взял куш и отрезал голову этому риши. О, и он начал возмущаться, как ты смотришь, он на Вьясасане, ты убил его, это плохо. Ты должен искупиться, и какое же искупление? Ты иди по всем святым местам, по всем тиртхам. А какое оскорбление Баладев может сделать? Он Верховный Господь. И это сокровенный Сиддханта здесь. Какая? Ломарсан Шуто, he got this name, unique name. Why? Он получил это имя, когда он слушал Харикатху от Васудевы, все его волосы не стали дыбом на его теле. А почему вы наказали таким образом? Какова причина за этим? Everybody can find fault with Balaji Maharaj. Поскольку с Баладева может за это не уважать кто-то, почему? И вот Сиддханта в том, что этот риши, he is sitting in Vyasasana. Он сидит в Вьясасане. Вьясасана значит гуру асана, но все же, когда гуру все гуру, Баладев, а как гуру татва, изначально гуру татва, когда он пришел, нужно встать было, но он не встал. И причина какова? Я, мы вернемся в Гуранга-лилу.
Нитянанда, да. Кришнадас Кавирас Госвами говорит, однажды Нимкетан Рамдас пришел в мой дом, куда? Кришнадас Кавирас Госвами говорит, мой пойду, в одном моем прежнем доме был праздник, Нимкетан Рамдас, личный спутник Нитянанда Прабху пришел, он был опьянен. Кто-то приходил, а все, кто приходили, они били его. Ну, но не били, точнее, а по плечу хлопали. And everybody stand up and pray under the. И все клонились ему, но один пуджари не поклонился. И Нимкетан, и он сказал, вот это тот риши, который не поклонился Баларам, когда он пришел. Как Баларам пришел? Нет, Баларам не пришел. Вот этот Нимкетан, вот этот преданный пришел, а не Баладев Асиданта, какого в этом? Почему вот этот преданный сказал, Баларам пришел, и только этот Лу Махаршан не встал, чтобы выразить почтение. Почему? Но Сиддханта в чем? Что он личный спутник Баларама, Нитянанда. Где бы он ни приходил, он шел с Баларамом в своем сердце. Если настоящий преданный куда-то идет, то Гурудев находится в его сердце. Если вы оскорбляете этого преданного, вы тем самым оскорбляете его Гурудева, будьте внимательны. Если вы оскорбляете Кешава Госвами Махараджа, вы оскорбляете Шрилу Прабхупаду, будьте внимательны. Это очень такая сокровенная Сиддханта. И вот Нимкетан Рамдас шел, но Баларам, может, не видели с ним, но Нитянанда Баларам были в его сердце. И это очень хорошо. И, то есть, нехорошо, что вы не выразили почтение. И потом благословил всех, у них милость была в виде, как сказать, удара. Но если он кого-то бьет, это его милость. И после этого опять спор начался, поскольку Кришнадас Кавирас Госвами говорит, что мой брат, и вот тот браман, у них, они не уважали Баларама. Нитянанда, и с моим братом это случилось шастра-юкти, логическое, как сказать, но они спорили по каким-то шастрам. И мой брат не поверил Нитянанде. Он верит Гурангу, но не верит Нитянанде. И тогда Нимкетан Рамдас, он разломал свою флейту. И ушел. Поскольку он оскорбил Гурудева Нитянанду, и тогда Кришнадас Кавирас Госвами говорит. Я начал возмущаться на своего брата, что ты должен знать, что Баларам и Нитянанда, они не отличны. Нитянанда от Гуранги не отлично, а ты выражаешь свое почтение Гуранги и не выражаешь Нитянанде, это плохо, ты пойдешь вскоре этого. И вот с тех пор Кришнадас Кавирас Госвами говорит, что мой брат пал с тех пор. Я был очень и вот опечален. Однажды ночью Баларам пришел ко мне и сказал, о, Кришнадас, вставай, вставай, давай, я благословляю тебя. Он положил свои лотосные стопы ко мне на голову. И сказал, иди во Вриндаван, ты можешь обрести все, что ты хочешь, все, что ты хочешь. Все, что ты хочешь, ты обретешь там, иди, я исполняю желание твоего сердца. И Кришнадас Кавирас говорит, я не хочу говорить это эти сокровенные темы, но я вынужден говорить, иначе как я могу говорить о милости, о Крипе Баларама. Я вынужден, я не должен говорить эти сокровенные вещи, но если я не скажу, то как люди узнают об этом? И вот Баларам, он очень милостив. И я пришел. И вот по их милости
Рагунат, everything, what not. Я получил все, что не, абсолютно все. This way, actually, the, now I come to the Siddhanta. Рома Харшан, loving Баллави Махарадж so much. You cannot вот, imagine. Этот Лом Махарадж, он очень любит Баладева всей душой. Он всегда хочет оставить свое тело перед ним. Так или иначе, он организовал это. И во время Харикатхи, Bhagavatka Harikatha going on, you front of me, somehow you, I like to leave my body. Expectation, high. Я тоже надеюсь оставить свое тело, говоря Харикатху. И Баладев, он пришел туда. You find negative point, but we find positive point. То есть вы там негатив видите, а мы позитив. Как? И сейчас я вернусь к Гуранга Лиле, когда Гуранга и Нитянанда Прабху, они пошли получать даршан. Гуранги в Нилачале все... Все пошли. Кто нет? Сивананда Сен, его обязанность была организовать место, где не могли остановиться во время похода и где не есть могли. Это обязанность Сивананда Сена. И вот в каждой деревне они так ходили. В этой деревне давали какое-то место на ночь, и они так остановились на ночь и готовили. И однажды Нитянанда пошел просить подаяние, и они разгневались, где Шивананда, а Шивананда ушел подаяние просить. Я очень голоден, я поклинаю Шивананду, чтобы все его дети умерли. Он умрет. И все были удивлены, как это. Сам Нитянанда, он настолько милостив, а говорит такие слова, что Шивананда потеряет всех своих детей. Я голоден и гневен. Шивананда не пришел до сих пор. Я проклинаю его, и жена начала плакать. О, Баларам, что ты сделал? Ты погубил моего мужа. Мы потеряем всех наших детей. Then Sivananda was stopped. Don't cry. You don't know the character of Nityananda. It's Balaram. It's very, you know, joking mood. Thinking, why you are crying? Let my son all die. Don't cry. Stop. А это Sivananda сказал. Зачем вы плачете? Пусть мои сыновья лучше умрут. Не беспокойте его. И потом перед Нитянанда Sivananda пришел. О Господь, прости меня, я был занят так поздно. Он пнул его в грудь. И Шивананда упал. И сейчас ты, я знаю, ты благословил меня, ты, как сказать, ты принял меня, ты благословил своими лотосными стопами меня. Но родственник Шивананды, какой-то дядя там, возгневался, что моего дядю, он личный спутник Гуранги. И какой-то Гасай Нитянанда пнул его, я не могу находиться здесь, я уйду один. Он разгневался и ушел. И вот он ушел в Пурушоттам Даму в одиночку, постясь без воды. Перед Гуранги Махапрабху он поклонился и Говинда там, Гуранги Махапрабху, он сидел и Шиканта. Он этот нефью Шивананда, они поклонились ему, родственник какой-то. И Господь сидел с закрытыми глазами, и Шиканта сказали, что приходит он очень гневен. Накормить его. И Шиканта думает, и Господь знает все. Я тогда был очень гневен. And take prasadam. He is very angry. He couldn't understand the mood of Nityananda. Here Nityananda giving full kippa to Sivananda. Вот здесь Нитянанда благословил Шивананду. Это soul business, you know. In here, if some company giving the soul in agency, nobody can Ну, подобно такому, так сказать. Ну, Махарадж приводит пример, как пример какой-то. To Sivananda by kicking, people can say kicking. Эксклюзивные франшизы, то есть человек может продавать только в одном, то есть один, как сказать, региональный представитель на один регион, то есть это подобно милости. Милость Нитянанды сравнивается с этим.
То есть это как бы такое подтверждение. И вот потом еще он... Is Bengali very nice? My Guruma used to joke with me this one. Nikotena asa choda. Raghunath получил. Аж лагу пайячи донди ботумаре. Господь прикоснулся своими лотосными стопами к его голове, и так он получил всю милость. Нитянанда он всегда, как сказать, делает все саркастически, но он благословил Шивананду всей своей милостью, и здесь. То же самое мы видим, что Нитянанда Баларам, он не убивает, он благословляет их. И таким образом Риши и Муни говорят: «О Господь, ты совершил, мы совершили оскорбление, как избавиться от этого оскорбления?» Ему сказали, что нужно идти по всем местам паломничества. Он сказал: «Хорошо, это также мое желание, я не советую мне то же самое». И он пошел по всем святым местам, по всем тиртхам, и в то время кончилась Курукшетра, битва на Курукшетре, и Кришна, он вернулся, и он видит Дурьотхам и Бхим, они решили друг с другом сражаться на полицах. И Дурьотхам пошел туда и сказал: «Остановитесь». Нет. Кришна до сне пошел. Дурьотхан, он мой ученик. Он знает какую-то технику, а Бхим, то есть технически Дурьотхан более совершенен, а Бхима он более силен, поэтому вам бесполезно сражаться друг с другом. Остановитесь, нет, мы не остановимся, но тогда умрите. Что делать? И Баладев смотрел на это с их сражением на палицах. И так или иначе, это недолгое время, долгие дни они сражались, не могли победить друг друга. И Кришна дал знак такой, что ударил его в бедро. В пояс. И Бхим тогда он ударил его в пояс. Дурьотхан разделался, сказал: «Ты нарушил правила, я убью тебя», поскольку Баладев, он был этим судьей, он сказал, что совершил ошибку, это неправильно бить в пояс или ниже пояса, я убью тебя. И Кришна взял себя брата за лотосные стопы и сказал: «Не убивай его, нет, он совершил ошибку, нужно убить». И Кришна сказал: «О, брат, я хочу спросить тебя, какой вопрос, что? You are not finding fault with Bhim. Не находишь ошибки в Бхиме. What kind of justice he has done all his life? Что он плохого сделал? All the way he is a traitor. Всю свою жизнь. Cheater. А Дурьотхан, он все время обманывает всех. И ты хочешь убить его за что? И тогда Баладев успокоился, иначе Баладев он разгневался на нарушение правил такого. И Дурьотхан лежал, он практически помирал и в итоге Панчапандавы, они стали успешны. Курукшетра-юдха is over. И вот битва на Курукшетре кончилась, и все Панчапандавы, не все Панчапандавы, все стали успешны. И потом Кришна Бхагаван. After that, now we are going to one chapter, very nice chapter here. Вот эта глава заканчивается. Следующая. Сидама Бхаман, one old friend of Кришна, very nice friend. Он был старым другом Шри Кришны, и когда они подружились, как в Гурукуле, они подружились. Кришна Баларам, они оба были в Гурукуле, и в то время они подружились, он подружился с Кришной, с этим Брахманом Судамой.
Судама Випра. И вот долгое время прошло, то есть Кришна стал царем к тому времени. И может Кришна помнит его. И после этого Судама тоже всегда помнил Кришну. Он знал, что он Верховный Господь. И таким образом, однажды жена Судамы, они были очень бедны, даже ходили в рваной одежде. Но если что-то там порвано, они завязывают узлом и чуть там поворачивают, и таким образом носят, так или иначе они жили, что-то просили подаяния какого-то, но каждый день поклонялись Кришне, они никогда не забывали поклонение Кришне. И однажды жена Судамы сказала: «О, Свами, почему бы ты не пойти тебе к твоему другу Дваракандишу, царю Двараки? Он очень богат, а мы очень бедны. Я слышала, твой хороший друг, почему ты не пойдешь и не попросишь что-нибудь у него, чтобы мы могли жить получше?» Судама Випра слушал, ничего не сказал, поскольку он всегда, он Нишкинчан. Нишкинчан, кто такой Нишкинчан? Нишкинчан, кто такой Нишкинчан? Акинчан, Нишкинчан, тот Нишкинчан, кто думает, что нет ничего, кроме лотосных стоп Кришны в моей жизни, более ценного. Если вы думаете, что ваше единственное богатство – это лотосные стопы Шри Кришны, тогда вы Нишкинчан. Но когда Кришна, он шутит с Рукмини, то в то время Кришна сказал такой Сиддханта. Кришна speaking, you see, I'm Nishkinchan. No property, nothing. You should go and marry. Я Нишкинчан. Ты иди к Шишупале, он очень богат, а я нищий. Я Нишкинчан. Кришна говорит, что я Нишкинчан. А что ты будешь делать со мной? Ты лучше иди и женись на Шишупале. Я позволяю. И Рукмини упала без чувств. Какое значение этой шутки? Рукмини, она такое значение вывела из этого. Рукмини говорит, ты прав, ты Нишкинчан. You are fearful, that's why you're flying. Ты бесстрашен, поэтому ты ушел. Because of Bishai, you know, material people. You never like them, that's why you fly. And staying, Aslan. Ты не любишь материалистов, поэтому ты ушел в какое-то уединенное место. Я знаю, что ты Нишкинчан, как это все объяснить? Поскольку Кришна, он владелец, он повелитель всех бесчисленных вселенных. Но как он говорит, что Нишкинчан перед Рукмини, а Рукмини дает точное толкование этому. Да, ты прав, ты Нишкинчан, но как? И Кришна говорит, Рукмини, смотри, я Нишкинчан. И ты тоже можешь посмотреть, те, кто по-настоящему Нишкинчан, они любят меня. Кришна говорит, я сам Нишкинчан. И Рукмини, ты посмотри, те, кто Нишкинчаны, на самом деле они любят меня. А обычные люди не могут любить меня. И также то же самое с Кунти. Наива арахати авидатумбай, тама кинчана гоучарам. Кунти Деви speaking. И Кунти Деви говорит то же самое, о Господь. Джанмай саджа суто сиви редхамана мадахаппумано. Те, кто гордятся, что я происхожу из какой-то высокой семьи, у меня так много образования, а ты не образован. Они гордятся этим, я очень богат. So beautiful, handsome. Я очень красив, и вот это Джанма Ашвари Шрута Ши, эти вещи, они увеличивают только гордость людей. Они не могут обрести Кришну за долгое время, пока они не обретут полную милость Нишкинчана Саду и Прахлад Махарадж. То же самое говорит.
Мотирна кишне парто шатуба, митхо випадде то гихо вратанам, адант говир вишатан тамишам, пунаха пуно чорбито чарбананам, мотирна кишне парто шатуба. You cannot get. All is enough. When you can get, и когда мы можем обрести Кришну, тогда, когда мы получим полную милость саду. И таким образом, когда вы получили милость Нишкинчана саду, то тогда вы можете понять, кто Нишкинчана, кто нет. Находясь на этом уровне, вы не можете ничего сказать. Это безосновно быть на вашем пути. То есть, если вы находитесь на таком уровне, вы не можете ничего сказать. А Кришна говорит, что я Нишкинчан, потому что у меня нет никакой собственности, как ты владелец всех вселенных. Но он говорит, что нет, у меня ничего нет. Единственное, что у меня есть, это лотосные стопы Радхарани. И поэтому я Нишкинчан. Вы смотрите, какова же Сиддханта здесь, почему Кришна Нишкинчан? Он говорит ложь? Нет. Кришна не говорит ложь, Кришна, он точно Нишкинчан. Кришна говорит, что у меня нет собственности, только лотосные стопы Шримати Радхарани, это мое богатство. А почему? И как можно сказать о преданном, что он Нишкинчан, это говорится про тех, для кого лотосные стопы Нитянанды Гауранги, это есть единственное богатство, у которых не верят в могущество денег, богатства, власти и прочего. Когда я оставлю свое тело, мое единственное сокровище – это лотосные стопы Гауранги, как у Харидас Такура. Я думаю, что очень скоро ты оставишь этот материал. Но прошу тебя, благослови меня. Чтобы я не видел такую лилу, я хочу умереть перед тобой. И если Чайтанья Махапрабху явился, чтобы исполнить желание Харидаса. О, Харидас, как ты себя чувствуешь? И вот... Хорошо, но я не могу закончить свой обет Харинама, это моя болезнь. Что ты будешь делать с этим Харинамом? Ты много Харинама повторял, ты уже достиг совершенства. Тебе не нужно больше повторять. Ты можешь меньше повторять Харинама. Два лака там достаточно. И на следующий день Махапрабху пришел, и Харидас, он лежит на постели. И повторять Харинам. И все преданные, они танцуют, подобно сумасшедшим, они также воспевают святые имена. И тогда Харидас Такур позвал Господа: «Господь, приди ко мне». И Господь пришел к Харидасу. И Харидас посмотрел на лотосные уста Прабху Гауранги и сказал: «О, Руб, я принимаю, я хочу». I want to see the lotus feet on my chest a last time and see the beauty. Я хочу видеть твои держать твои стопы на моей груди и видеть твою красоту и таким образом. Я хочу оставить свое тело. Махапрабху сказал: хорошо, я благословляю тебя. Ты исполнил твое желание, и мы не можем поверить в это, насколько он удачлив. И таким образом Махапрабху исполнил его желание. И я могу привести много примеров. Один преданный ученик Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, я думаю, это давно было, забыл. Он жил в Хайдарабаде. Я думаю, он из Бенгала, преданный из Панджаба и прочих мест приезжали. Ну, они как бы ездят по разным местам, и вот доехали до Хайдарабада получить даршан всяких мест, где Рамананда на берегу Годавари происходило. Потом они жили в Мадхи какое-то время, и всем сердцем этот преданный, он плакал: «Я хочу оставить свое
тело на берегу Ганги. Все говорят, ты глупец, где тут Ганга, тут Хайдрабад. Где Ганга? Тут этот Хайдрабад. Это не Харидвар, Ганги тут нету, но этот преданный так хотел оставить тело на берегу Ганги. Пускай Гауранга благословит меня. In front of them, he requests, where you are going? Actually, we are long, you are old man. Спрашивает, что случилось, куда он сказал, что я хочу в Гангу пойти, но мы в Харидвар едем, поэтому мы можем тебя взять, и вот они взяли его в Харидвар, никто не знал, какая Лила Бхагавана. Он поехал в Харидвар, и он был очень, очень здоров, ну, может, немножко там совсем болен, он принял омовение в Ганге, и после этого преданные тоже начали принимать омовение, он сказал, что я чуть приболел. Но они взяли гамчу, поселили на берег Ганги, он лег и смотрит, что он что-то там капнули его Ганги на его голове, на лбу. Можете представить? Не можете поверить, но это практически то, что случилось. И Верховный Господь, Он может исполнить все ваши желания, но условия должны быть. Six kind of inclinations, like mathematics, you have to satisfy. Шанагати, вы должны удовлетворить эти все шесть, так сказать, заниматься этими шестью видами преданного служения. Бхакти унукуламарто каджали сакар, бхакти патикуламарто баджанми. Six kind of condition, if you can fulfill in your this life, be sure that тогда в этой жизни будьте уверены, что Кришна благословит вас в этой жизни, иначе вы должны молиться за чистым Вайшнавом. Ваша молитва не может достичь Кришны. То есть, если вы сами не можете молиться, нужно пойти к чистому Вайшнаву, кто может молиться от вашего имени, как Прохлад Махарадж. Прохлад Махарадж говорит Нарисимхадеву: «О Господь, я не вижу никого, кто бы мог благословить их, и поэтому Ты благослови. Я уже получила милость Нарады, чистого преданного, поэтому я получила какую-то милость, а Ты благослови этих детей демонов. Поскольку без тебя нет никакого решения, я жду, чтобы ты благословил. И вот если вы хотите получить стопроцентную милость, вы должны доказать, как математическая формула. То есть вы должны доказать свою, так сказать, способность принять такое благословение. Now you see here. Смотрите, здесь. Is the 18th chapter. 18 глава. Here actually friend of Krishna. He developed friendship long ago, childhood. Now actually wife of Sudama is going. Why not you go? It's not so far. Dharika. Oh, they are staying in Gujarat. And Dharika is also near. Gujarat. Они были в Гуджарате, а Дварака там совсем рядом. Дварака там рядом с Гуджаратом находится. И Судама Випа услышал просьбу жены, ничего не ответил, но жена не давила на него, что ты откладываешь, давай иди. И Судама Випа сказал, ну, это вдохновение с моей стороны. Моя жена дает мне такое вдохновение, чтобы я встретился с Кришной. Он думал таким образом, он никогда не думал о деньгах или там о богатстве каком-то, он просто думал, что это возможно, желание Кришны. И поскольку жена не говорила, а сейчас она мне уже каждый день говорит, почему ты не пойдешь к Кришне, может быть, Кришна хочет, чтобы я туда пошел. И вот Судама Випра
сказал хорошо, я хочу, я тоже хочу встретиться с Кришной, и он решил идти. Если хочет отправить меня в Двараку, я хочу встретиться с Кришной, но нет подарка никакого. Мы бедные, и жена сказала, подожди, подожди, сейчас. И вот она с четырех разных домов, она выпросит, как сказать, пошла собирать подаяние, собрала эти битый рис, вот такой, не целый зерн, а частичный, такой дешевый очень рис. И вот он взял вот этот рис, завернул свою одежду и пошел. Встречаться с Кришной. И по дороге он думает, так долго, то есть я долгое время не видел Кришну, и как я могу общаться с Кришной, помнит меня он или не помнит, думает, он думал, как встретиться с Кришной, и в тот момент пока думал, он обнимет меня, я его обниму. И что же делать? И таким образом, в 18 главе я скажу вам, Парикшит Махарадж говорит Гурудеву Шукадеву, о Гурудев, ты, Баван, Чаньяни Мукундасья Махатманаха, Biryani Ananta Viryasso Srutu Vichyamahi Prabhu. You are speaking so many things about Krishna. Говоришь так много вещей о Кришне. И также много лил может происходить. Я хочу слышать об этом. И Сутадев Госвами говорит таким образом по просьбе. Сутадев Госвами speaking. Вот Сута говорит. Бхагаван Бхадраяни Васудеве Бхагавати Немахна Хидаябабри. When Parikshit Maharaj asking so deeply, когда Парикшит Махарадж спрашивает с таким желанием, то Шукадев Госвами, он думает о Кришне. He just, you know, forget himself. И он забывает о себе. Он поглощен. He going deep into Baba. Мыслями о Кришне он погрузился в Бабу и уже не мог отвечать. He forget. Он забыл, что говорит, что не говорит, и он так погрузился в Бабу. И после этого произнес. Сукадев говорит, я хочу рассказать одну лилу Кришны, слушайте. И вот Шукадев говорит. Биракта индиартешу прасаньятма житендрия. Сукадев Госвами. И вот Шукадев говорит. Кришна свасид сакакачи брахмано брахма витвам. Кришна свасид сакакачи брахмано брахма витвам. Кришна, one friend was there of Кришна. Who? Nenem? И вот был один. Кришна свасид сакакачи Кашчид брахмано брахма витвам, Кришна свасид сакха кашчид брахмано брахма витвам. How he is? Биракто индриятесу прасаньятма житендрия. So much title given. И вот так много титулов у него. Шукадев Госвами. Шукадев Госвами giving so much title. Так много титулов дает одному преданному. Он просто друг Кришны, старый друг. Во время этого студенчества еще. Как это? First point. И одна, первое. A friend of Krishna. It's a big title. Кришна это большой титул. Second title. Второй титул. Брахмано-брахмавиттвам. Брахмано, he is Brahman. Он Brahman. No, 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 not Brahman. Не Brahman. Он лучший из Брахманов. Brahmano, Brahmavitam, is Brahman. Okay. Да, то есть он Brahman, но еще лучший среди всех. Brahmavitam, лучший среди лучших Брахманов, если точнее. Brahmavit,
Брама вид. Вот эти три слова используются, то есть в санскрите, в английском тоже. Брама вид значит Брама вид твар, Брама вид тому. То есть такой первый, то есть он из тех, кто знает браманов, он лучший из них. Первый его одобряют, то что он друг Кришны, потом еще браман, потом лучший из тех, кто знает браман. И четвертое титул. Birokto indiyarthesu, indiyarthesu mean? Indiyarthesu mean? All your sense organs? All your sense organs demanding so many things? Они так много ожидают всего. All your sense organs, every fraction of second. Каждую часть секунды ваши органы чувств, они приносят вам проблемы, они хотят чего-то. Если хочет есть что-то... вкусное, уши хотят слушать какие-то базарные звуки, это ваши органы чувств, они привлекают вас, ну, точнее, как они просят каких-то определенных вещей, если вы их, так сказать, ну, тянут вас в разные стороны, и Девахути то же самое говорит. Все мои органы чувств, они хотят всего разного, но мне надоело им уже служить, я оказалась во тьме, и что делать? И таким образом... Кришна говорит в Гите, о мои друзья, о Арджун, эти видимые наслаждения, и ум тоже материален, как и материал. О Арджун, джейхи санспарсая бхогаха, дукхьяная вате. Все материальные наслаждения, о Арджун, они приведут тебя к проблемам, к беспокойству. Те, кто по-настоящему разумны, о Арджун, они никогда не стремятся к наслаждениям и чувств, это подобно акулам. Поскольку эти наслаждения, они начинаются где-то и заканчиваются где-то. У них есть какой-то период, продолжительность. Эти материальные наслаждения, они ограничены во времени. Вы хотите наслаждаться своей семейной жизнью, но как долго, пока ваш муж жив, вы живы, дети там еще есть, у них всего какое-то... Продолжительность, если вы в 30 женились, мужа своего потеряли, то как бы вам плохо. Но если теоретически, если 70 лет, скажем, ваш муж умер, то эти 40 лет будете, так сказать, ну, наслаждаться этой семейной жизнью. Если раньше он умрет, то раньше... Let your mother die in hospital. Here, I can speak tomorrow, in the morning time. Завтра, если с утра, я скажу то, что говорил Шрила Прабхупада. И вот, что говорить о наслаждении через органы чувств, Судам Випра, он был полностью не привязан к этому. Prasanyatma Jitendriya. Prasanyatma. Prasanyatma. Fifth title. Prasanyatma. Always prasanyatma. Always. What is the symptom of a real sadhu? И какой же признак настоящего сад? Вы знаете, тот он всегда счастлив, всегда доволен. Always happy. It is the symptom of a real sadhu. Birakta Indiyatisu. Prasanyatma.
And sixth title, Jitendriya. Any kind of, you know, thing can come in front of you. Любые вещи, которые приходят к нему, к этому саду, к Судама Випре, он контролировал себя. He can control himself in such a way. Он мог вести себя так, что Кришна. Those trotters, they leave, they be out. When they feel problem, all hands and legs. Подобно тому, как черепаха, когда какие-то проблемы происходят, она втягивает руки, ноги в панцирь, прячется в панцире. И также чистый саду, как Шрила Бхактивинода Тхакура, Шивас Пандит. С вашей точки зрения, они живут семейной жизнью, но это разве так? Если вы посмотрите на их семью, вы увидите, какая это семья. Вы не можете сравнить себя с ними. You cannot compare your family with them. This way, you see, Krishna swasita sakakati brahmanu brahmavittam virakta indviyarthesu prasanyatma jitendriya. Ah, so many titles given. And jadriccha papannena vartamanu vyasrami Tassu bharya kuchailasya kutkhama cha tatabida. Somehow you manage to lead his family life, somehow. Now at present his grihastha sam, but somehow lead his life. And his wife sees also very elevated, вот not bad. Он так как-то поддерживал свою жизнь. Его жена тоже была очень возвышена. Вот у них иногда не было никакой еды, даже у них даже посуды не было. Карпатрия, они так на руках, которые едят. Кришна во второй части, во второй песне Бхагаватам говорил, зачем вам нужна кровать, если есть земля, зачем вам подушка, если есть руки, зачем вам посуда, если можно есть с рук. Я так много во второй песне Бхагаватам говорится об этом. И вот вы должны быть нишкинчаном. Не должно быть никакого вожделения, сожаления в вашем сердце. Они всегда были довольны. И вот его жена, она была очень целомудрена. Speaking in front of his, you know, husband, говорила actually, своему мужу, she wanted to give so much seva to husband, but no article is there. Она хотела послужить мужу, но нечем было. Она была очень целомудрена. Она хотела что-то сделать для него, но муж был очень беден. Ну, на массаж ему только иногда делала, но что делать? Она однажды спросила его: «О, муж, почему ты страдаешь так? Ты можешь идти, пойти в Двараку, там твой друг Кришна. Ты можешь что-то получить от него, он очень богат. Он сам Верховный Господь». И сегодня у нас я хочу закончить, и я... что моя жена дала мне вдохновение, чтобы встретиться с Кришной, с Тварагадишем. Это мое великое благо. Я вообще не думал, чтобы что-то получить от Кришны. Это мое наилучшее благо, что моя жена вдохновила меня пойти встретиться с Кришной. И таким образом Судама Випра пошел. Very nice incident. I can talk in details. Как Кришне, это такая прекрасная тема. Много Сиддханты здесь. Завтра я буду об этом говорить. Young Brahma Varunendra Rudamruto Sunmanti Devasabho Devai Sangha Padakramo Panishadhi Gayanti Yam Dhamga
Денавастита дадгатена манаса пасвантиям йогина ясам там навиду сура сурагана девайата смайна ванча калпадарвасе кипасан патитанан павана бхавашна try to remember change your life nectar